Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. 10-й день и 30 рун забираем. Так, ну что, сегодня должны быть у нас доступны события. Аж две штуки, прикинь. Так, размещение охотников, это что-то новенькое. Так, и вражеский удар, опа. Обязательно сегодня будем играть в это. 7 миллионов рыбы. У-у-у, смотри какой, блин. Перебьюсь. Хотелось бы, конечно, взять, ребят, но мне жалко руны. По-моему, громко, да? Музыки, правда, нету, что-то куда-то музыка исчезла. Кто-то спрашивает меня постоянно, на каком эмуляторе, ребята, я играю. Я еще раз объясняю. BlueStacks, эмулятор так называется. Именно на нем я играю. Именно на нем вот так вот ходят викинги. Потому что мне говорят, почему-то у некоторых просто карты нету никаких викингов. Никто там не ходит. Не знаю, ребят, я у себя на телефоне играл, у меня тоже викинги там бегают. И я еще до сих пор удивлен, что некоторые спрашивают: Рэй, покажи или расскажи, где твой второй канал. Про какого бомжа ты все время говоришь? Ребят, на втором канале, на котором мы снимаем игры для консоли и для ПК, заходите и смотрите. Я не знаю уже сколько он у меня. Наверное, год, полтора, два, три. Тот канал. И вы только еще... А, ну может быть это только новички, которые подписались, не знают про него. Возможно. Тогда да. В шапке профиля, ребята, в шапке профиля у меня есть ссылка на канал. Так, ладно, отправляем его в приключения. Барсик, мы тебя тоже отправим. Не надо. Тоже отправим его в приключения. Так, Грамгильда, что ты мне тут дашь? Ну, тут, скорее всего, опять же, тусклый янтарь, скорее всего, выпадет. Нет, шестеренки. Окей, спасибо хоть за шестеренки. Так, давай мы их тоже отправим в приключение. Пускай летит. Угу. Так, сразу же, наверное, откроем наши паки. Так, шторморез, громоль, чудовище. Ага, барсик. Дальше. Шторморез, шипорез, кривоклык. Шторморез, кревет, ужас, громоль, шепот, шепот, водорез. Так, ну и пак вождя. Угу, Грамгильда, все. Так, давай-ка мы, наверное, сразу же здесь тоже откроем пак. Даже два пака. Так, монеты. Костолом, шторморез, сарделька. 1000 лет не было сардельки, выпала она мне. Так, монетки. Шторморез, чудовище, шепот. Ну все, ресурсы вроде бы забрали. Так, теперь сундук. Где у нас сундук? Так, берем, берем. Ну что, Беззубик, пора, наверное, тебя отправить. Мать Светоча, ничего себе. Давай отправим на поиски. У меня нету, даже простого нету. Пускай летит. Все. Полетел Беззубик в путешествие. Так, мы с тобой давай вот здесь заберем наши награды. Сейчас. Опа. Что мы там заработали? Один светлый янтарь. Да, конечно. Могли бы что-нибудь посерьезнее дать. Ну что, здесь у нас 51 миллион рыбы. Так, блин, надо как-то нам прокачать. Но 50 железа нужно. Пока невозможно это сделать. Но в скором времени мы это обязательно сделаем. Обязательно прокачаем. Тем более сегодня два события. Так что, возможно, ресурсов мы сегодня наполучаем
От души. Так, не хватает, да? Ладно, лети. Так, тоже лети. И ты тоже лети. Всех, всех, всех на работу. Пускай работает, пускай... Так, буйволорд. Ты у нас будешь? Нет, не будешь. Не хочет он переходить в титаны, как ты видишь. Сопротивляется. Так, на обучение полетел. Бремя гнильца. Лети. Бремя гнильца. Так, здесь заберем, отправляем. Здесь пока пускай посидит. Так, уровень получил. Здесь 290 всего лишь. Так, level up. Модификрылку отправляем за рыбой. Пускай летит, прокачивается. Ну что ты у нас тут? Ну давай, покажи, что ты. Ух ты, я бы хотел, чтобы мне выпало 100 железа, друзья мои. Но выпадет всего лишь сколько? 3? 2. 2 железа, друзья мои. Ну это, ну смех на палке. Ну ё-моё, ну 2 железа получили, 2 железа и потратили. Так, что у нас тут? Угу. Заберем. Теперь давай наших этих посмотрим, что они нам тут принесли. Ничего хорошего. Так, а где у нас зеленая смерть? Вот она. Все треской меня кормит, а, своей? Ты посмотри на него. И янтарь блестящий. Получаем одну штуку. Больше не хватает. Ну что, ребят, все вроде бы, да? Что могли, все собрали, получили, всех отправили, а теперь идем на события. И начнем вот с этого. Подготовка размещения охотников. Оно коротенькое, и я думаю, что мы пройдем. Но не забывай, что мы с тобой в последний раз на... Ой, твою налево, я тройной удар забыл. Я забыл убрать, ё-моё. Ай-яй-яй, ну ладно, хорошо здесь... Первый бой, я думаю, что справимся. Надеюсь на это. Давай, влупляй. Кусаем. Да ладно, еще не пробили, ё-моё. На тебе. Так, последняя волна. Поехали. Начнем потихонечку, да, разбирать. Еще вытворяет. Минус один. Так, шторморез. На тебе. Надо опять будет кнопки еще поставить на место, потому что опять не работает. О, видишь, что творит. Отхиливается, бедолага. Боится, правильно делает. Что боится? Ну что, крутанем колесо, посмотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам 22 миллиона рыбы. Так себе наградка, если честно. Вот интересно, что в этом паке лежит. Так, это мы забираем. Так, а сколько у нас получается? Тут, по-моему, 5 поединков. Ровно 5 поединков, и мы с тобой заберем пак. Плюс еще 150 рун выпадет. Так что нормально все. Главное, чтобы игра не вылетела. Чтобы нам не потратить руны и ход. Так, ну что, бомбанем для начала. Так, две волны пока еще, да? Блин, я же его хотел поменять. Твою налево, забыл. Здесь барсик должен быть. Здесь у нас должен быть барсик. Так, что же сделать-то? Давай, наверное, вот так все-таки. Минус один. С лету просто вырубили одного. Фига он влупил. Не слабо, я тебе скажу, а?
Нет, слабый. Слабый этот у нас тройной удар. Вообще не алё. Так что мы обязательно его будем сейчас менять. Так. Кусаем. Еще живет. Посмотри-ка на него, а. Забомбили. Ну, поехали. Что нам тут достанется? Блин, лучше бы дали бы мне два прилива сил. Они, мне кажется, еще нам пригодятся. Так, забираем с тобой ареновский пак. Он, по-моему, сразу здесь будет открываться, насколько я помню. Шепот смерти, шипорез, шторморез, громль, громль защитник, парящий прихвостень, роза ветров. Так, друзья, мои драконы, где у меня мой барсик? Скажи-ка мне на милость, вот он. Вот и все. Все. А то, блин, тройной удар, но он не в тему там, если честно, вообще не в тему. Барсик мне как-то по душе. Опа. Опачки. Блин, тут они оба жесткие. Но я все-таки начну, наверное, вот с этого. А он страж, тогда с этого. Этот, со стражем, конечно, тяжело надо будет возиться. Так, опять у нас куда-то звуки пропали. Так, барсик добьешь? Нет, не добил. Вот так вот. Ну что? Как его звать? По-моему, это тоже какой-то древоруб, ребята. Я не помню, как его увеличать. Возможно, вы знаете. Я думаю, вы знаете. Большинство из вас точно знает. Вот 100% говорю. Потому что мультики наверняка смотрели недавно даже, да? Так, ну-ка. А зачем я стража-то начал бомбить? Ёк-макарёк, ребят. Вот же непутевый-то, а. Надо было вначале вот, например, водореза бомбануть, потом змеевика злобного, а уже после. Смотри, что делает. Он себе повысил атаку. Хиляемся. Так, сюда делаем укус. Змеевик, отвали. Смотри, как жарит. И... А, этот хил делает. Я, честно говоря, думал, что он будет сейчас жарить, ну, бомбить огнем. Ну, раз такое дело, то меня это вполне устраивает. Ну, давай, 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 что-то нам. Что-то елозит, елозит, да? Как, блин, на сковородке. Так, хильнулись. Видишь, как долго мы бомбим этого стража. Да что ты будешь делать-то? Все, уничтожили. Крутанем колесо и заберем с тобой яйцо. Шучу. 112 миллионов древесины. Так, 150 рун к нам в копилочку. Бульк, сейчас упадет. Итого получается у нас 5500, друзья мои. Так, ну что, два последних поединка. Поехали. Поехали, сейчас мы, надеюсь, разберем. Так, ну что я тут вижу? А что викинги салютуют? Объясните мне, пожалуйста. Тут битва у нас идет не на жизнь, а на смерть, а они салютуют. Праздник тут, понимаешь ли, устроили, а? Ну-ка давай сюда. Блин, шепот. Ну тут две волны, я смотрю. Ага. Так, я надеюсь, дальше мы, наверное, все-таки разберем этого хлобуду. Нормально. Так, Синька, давай-ка вот сюда, наверное, бомбанем. Так, змеевик, что будешь делать? Понял. Он еще усиление себе взял. Так, ребята, что-то игра начинает, видел, как бы подлагивать. Как бы не вылетело, вот что я боюсь. Не хотелось бы мне тратить руны, и музыка исчезла. Надо будет, наверное, после этого поединка лучше перезайти. После этой битвы. Так, отлично. Что у нас? Во-во-во, вот этого шепота надо бомбить. Вот и вот. Блин, а тут еще и древоруб. Тут еще и древоруб.
И он как раз, наверное, сейчас пламенем-то шмыгнет. Нет, смотри-ка, не шмыгнул. Тогда мы сделаем вот так. Раз, два. Ребят, что-то залагала игра. Сюда укусик. Это хорошо, что он потратил. Иначе бы древоруб просто применил бы пламя, и нам бы здесь не сдобровать было бы. Так, здесь добили. Понижаем защиту. Давай, давай, что-то там делаешь. Ну все, в принципе, ребят, мы его убиваем. Уничтожаем. Давай, давай, ты че? Отлично. Ну что, крутим колесо, забираем рыбу. Слушай, ну рыба нормально так выпала. 262 миллиона. Так, переходим на последний поединок. И я, наверное, перезагружусь все-таки. Ну что, друзья, я готов. Поехали. Босяцкий, собственно, персоны. Угу. Так, шепот у нас тут. Смотри, у нас одна груша и один прилив сил. Это все, что у нас осталось с прошлого поединка. Так, тихо, ребята, не буяним, я сказал. Укус. Давай, наверное, просто укус сделаем и... Не надо уничтожать. Блин, по-моему, ребята... Ух, твою же дивизию, блин. Вот это да, вот это мы поиграли, блин. Ну, ты чего теперь? Как я буду дальше вот вдвоем играть? Там еще босс впереди, а у меня тут ничего нету. Вот так вот, друзья мои. Да. Целенаправленно просто бомбят по нам и все. Сейчас, по-моему, уничтожат мне барсика. Промахнулся. Он промахнулся, но он не видит, что сделал. Он отобрал у меня дополнительную энергию. Да. С тройным ударом. Я не знаю, ребят. Сможем ли мы тут вообще что-то сделать? Слушай, ну если... Подожди. Электричество будет? Нет, все, не проходим, ребят. Я сдаюсь. Ну не сможет у меня барсик здесь победить. Один. Я сдамся сразу же. Время тут терять. Вот объясни мне, с какого перепуга Кривоклыка так быстро забомбили, а? Никогда его так быстро не уничтожали. А тут на тебе, раскатали просто как бумагу. Эх, не хотел я тратить руны. Но, видимо, придется. Видимо, придется, друзья. Надеюсь, в этом паке мы с тобой найдем компенсацию на наши затраченные 65 рун. Теперь давай-ка мы сыграем нормально. Без рассусоливаний всяких. Как всегда, первым берем на разборку шепота. Как же он бомбашит, а? Я в шоке. Ты посмотри. Что вытворяют, а? Это что, нормально? Мне пришлось грушу сразу же потратить. Да. Просто сразу же потратил грушу. Нормально. Начали играть. Что он будет делать? Ага. Хильнуться, не хильнуться, хильнемся, наверное. Так, окей. Начну с кревета. Раз, два. Так,
Тройной удар. Что он будет делать? Понятно. Минус кревет. Теперь займемся этим, да? Так, ну что ты там сделаешь? Да ничего ты нам не сделаешь. Ну что, тройной удар, давай. Ты остался один. Почему вы в первый раз вот так не могли нормально пройти? Не понимаю. Проходится на изи. Нет, надо было сфейлиться. Надо было потратить руны. Крутим колесо, забираем древесину, судя по всему, да? Да, древесина. Ну и, друзья мои, забираем пак. Так, 65 рун мы потратили. Надеюсь, там будут руны. Так, это все нам на почту полетело. Давай открывать. Это у нас обычный пак. Загадочный, так сказать. Шторморез, чудовище, шепот. 5 рун. И вот этот вот наборчик. Поехали. Рыба, древесина, рыба. Тигровый глаз. Нет, друзья мои, руны, к сожалению, не окупились. Да. Ладно, что-то игра зачастила с улитами, ребята. Только там что-то сказал, и сразу же вылет был. Так, давай посмотрим, сколько у нас тут. О, вот это вот. Это событие у нас длинное. Долгое, да? Ну что, поехали. Вражеский удар. Ну давай. Самое обидное, что у меня нету ни груш, ни прилив сил. Ну прилив сил одна штука осталась, но этого мало. Значит, не понял. Это что такое? Так, погодите секунду, друзья мои. Откуда здесь взялся? Что происходит? Мы же с тобой убирали тройной удар. Неужели откат игры произошел, а? Знаешь, что такое откат игры? Нет? Откат игры, когда, ребята, на сервере есть какие-то неполадки, да? То разработчики делают откат игры. Ну, например, они могут сделать на день, на два. А могут сделать на 10, 20, 15 минут. Так вот, мне кажется, что сейчас именно откат произошел. Я сейчас посмотрю, пройдено ли то событие, которое мы сейчас только что прошли. И если оно не пройдено, то действительно откат в игре произошел. Так, тихо, блин, тройного удара сейчас завалят у меня. Сейчас они его завалят. Ну, чего ты там? Видишь, что вытворяет, а? Жестко бомбанул, конечно, жестко. Хильнемся. Ну все, ему кранты, он ничего нам не сделает. И победа. Так, крутанем колесо, заберем древесину, судя по всему, да? Лучше бы плод мудрости дали бы мне. 600 тусклого янтаря. Забрали. Окей. Так, теперь я хотел глянуть по поводу события. Странно, ребят. Событие пройдено. Но дракона мне почему-то поменяли. Просто взяли и поменяли. Я же барсика ставил, конечно. Интересно. Ладно, поехали. Второй поединок. В первый раз такое, кстати, вижу, чтобы игра вылетела, ты в нее заходишь, и у тебя старый состав команды, но все пройдено. Пройдено все новым составом, а тебе возвращают старый. Очень интересно. Так, ну что, этому крышка. Так, это у нас громобой, обычный. Но он все равно, ребят, тяжело будет разбираться, потому что это страшно, да еще и... Это громобой у нас. Пускай даже и обычный.
вторая волна. Сейчас что-нибудь придумаем. Фига себе. Успокойтесь, ребятушки, пожалуйста, а? Ну, давай там. А ты чего стоишь там, смотришь? Любуется. Ну что, можно, в принципе, да вот так сделаем. Раз. Подожди, а где второй-то удар? Ты чё, Барсик, ты чё один удар-то сделал всего лишь? Интересно. Да ладно, прилив сил дали. Ну, спасибо, спасибо большое. Один прилив сил у нас есть. Так, поехали далее. Там у нас загадочный пак. Короче, мы с тобой дойдем только лишь до полутора тысяч рун. И все, а почему ты один, а, хлопчик? Почему ты, я спрашиваю, один здесь стоишь? Еще и первый ходит, а? Борзота. Зато на второй волне сразу их трое. И вот эти вот мощные ребята. Хотя Ховер тоже не особо мне нравится. Опа. Так, погоди секунду. Сделаем вот так вот. Надо будет лечить. Раз, два. Теперь захиливаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что это последняя волна, да? Так, ну и что, будем уничтожать, ребята? Все. А здесь выпадает древесина, окей. Так, сколько у нас еще там? Два поединка. Получается, мы забираем пак загадочный. Здесь потом подеремся, да? И здесь, ну да. 1400 тусклого янтаря заберем, и все на этом. Поехали. Да, конечно, сегодня игра чудила по-черному. То звук пропадал, то вылетало. Три раза вылетало, после того, как я зашел, поменяли мне почему-то дракона в составе. Странные дела. Сколько здесь? Две волны? Две волны, так. Добиваем. Блин, нифига себе. Тут эскалотряс. И эти два. Крылатый ужас. Это, по-моему, тоже, ребят, крылатый ужас, да? Или нет все-таки? По-моему, да. Сейчас что-то будет. Ать, понял. Ну, раз это последняя волна, можно немножко и покуражиться, да? Так, фулл отхил. Промахнулся, так тебе и надо. Так тебе и надо. Добиваем. Так, здесь понижаем защиту. Ну, Кривоклык навряд ли, конечно, его добьет. А вот Барсик вполне. Рыба. 37,5 миллионов. Окей. Ну что, последний поединок у нас получается, да? Последний поединок. В конце, кстати, 300 рун, ребята. Вот это, я понимаю, нормальная награда. И плюс еще там что у нас? И два пака еще будет. Что мы тут видим? Душитель и дымодышащий, да? Вдвоем они здесь. Наверное, вот с этого начнем. С этого начнем. Так. Ну что, давай. Ну, естественно, понижение брони сразу же. Это его излюбленное такое... Что он сразу делает, это понижает броню своим теневым вот этим вот дыханием. Хофер. Так, ну ладно, начнем, наверное, с Хофера. Лечимся. Кривоклык. Подожди-ка. Молодец, добил. Красавчик.
Так, сюда бомбим. Раз, два. Плюс хиляемся опять же. Кусаем. И остается Громоль. Ну что он тут один сделает? Он уже все, ребята. Списанный материал. Так, и выпадает рыба. Слушай, ну раз у нас 750 миллионов рыба, может быть нам кого-нибудь подкачать чуть-чуть? Что скажешь? Я думаю, стоит. Только надо определиться, кого. Так, здесь не можем. Водорез. А, ну-ка, вернись. Пускай летит. Древоруб. Древоруб тоже, кстати, может. Пускай летит, прокачивается. Костолом. Ну, костолом тут, конечно, требует уже 106 миллионов рыбы. Так, древесина есть. Давай-ка мы сейчас, знаешь, что сделаем? А, он уже... Подожди. А, он за рыбу только. Нет, такое дело нам не устраивает. Бремя гнильца. Давай иди и учись, тренируйся, ё-моё. Стоит тут. А вы что стоите? Я что-то не понял. Лети. Блин, в академке места больше нету. Кревет, не можешь ты у меня обучаться, к сожалению, пока. Иди тогда за рыбой. Ты за древесиной, а ты чего стоишь? Понятно. Лети за рыбой. Блин, расширить академию. Расширить академию, только это и вижу. Понятно. Никто больше не хочет у нас, да, идти прокачиваться. Покормить. Ну, все, что я мог, пока, ребят, я сделал. Больше ничего не остается. Там кует кузнец. Ну что, ребята, на этом, наверное, будем закругляться, да? Так, рыба у нас есть. Рыбу забираем. Здесь открываем пак. На арену пойдем с тобой уже, наверное, в следующей серии. Набьем с тобой паки. Потому что у нас там будет всего лишь событие, где нам немножечко там 5 поединков сделаем. И, наверное, пойдем набивать паки. Сегодня уже не будем. Так что, друзья мои, всем удачи и до новых скорых видосиков.